Сельские дома культуры как места, где с удовольствием проводят свой досуг сельчане. Как и чем живут они сегодня, какие проблемы решают и о чем мечтают — в нашем репортаже из Синьяльского дома культуры. Сельский клуб в селе Синьяло – один из тех, что родом из Советского Союза. Со временем менялись вывески, клуб был и ДК, и домом творчества, но неизменно оставался островком культуры. Село Синьяло – самое большое в поселении, здесь немало молодежи, досуг которой нужно организовывать. У сельского клуба теперь многообещающее название – информационно-культурный центр. А находится он в помещении, построенном в 1956 году. Вспоминает одного со зданием возраста житель села Синьяло Валентин Захаров. Он еще мальчишкой занимался в театральном кружке клуба. Благодаря бригаде колхозников, наших специалистов, сельских специалистов, плотников, построили вот это здание. Сруб сделали из добротного дерева. Как говорится, дерево было, ну, это ель, сосна, но не гоняли смолы. И до сих пор вот не гниет. Ну, в таком виде, в хорошем виде стоит. Отсюда родом известный в республике ансамбль «Щелгущ» и народный театр, у которого своя славная история. Вот одна из страниц летописи на стенде информационно-культурного центра. Со спектаклем «Беда от нежного возраста» коллектив сельского театра выступал на российском смотре во Владимире в 1976 году. Золотое время для синьяльской культуры. Тогда стали лауреатами, а год спустя получили звание народного театра. С гордостью рассказывает заслуженный работник культуры Чувашии и режиссер театра Зинаида Петрова. Я тогда работала директором Дома культуры, и пришлось мне тоже играть, но я сама тоже с первого класса играю в спектаклях народного театра. А я вон там наверху, ну такая злая мама. Коллективы центра и сегодня выступают в районах республики, выезжают за пределы региона. А рождается народное искусство в помещениях советского прошлого, уже не отвечающих современным требованиям. В 80-е годы появился пристрой к зданию и больше никакого ремонта. Здесь разместился танцевальный класс, в котором охотно занимаются школьники. Это наши костюмы. Там чувашские, там татарские. И танцуем, и поем, и все делаем. Впрочем, деревянное здание вполне устраивает работников клуба, да и не мешает творить. Причем здесь добавляют, модернизация все же дошла и до глубинки. Вот пришло новое музыкальное оборудование, закупленное на бюджетные деньги. В прошлом году появилась светомузыка. Поступили гармонь и синтезатор, которые пока не успели опробовать, поскольку приобрели только в декабре. Нам наше здание нравится. Оно большое, уютное, теплые. Мы радуемся тому, что у нас есть, живем настоящим. Ну и будем, конечно, стремиться к тому, чтобы все, может быть, и больше ремонта было, больше аппаратуры. Может, тогда еще больше к нам народу будет приходить. Программа модернизации сельских клубов действует в Чувашии с 2007 года. Она предполагает закупку нового оборудования, света и звукоаппаратуры, костюмов. Параллельно действует и программа реконструкции зданий сельских очагов культуры. Ежегодно ремонтируются около 30 клубов. Деньги на ремонт выделяются из республиканского бюджета, но при условии софинансирования районного в размере 25%. Подключиться к программе можно в любое время. Все зависит от финансовых возможностей муниципалитета и желание руководителей их изыскать. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика.